Приветствую вас на канале Red Cat. Оказывается, хакер Хейл Сатана Джо вернулся. И он сделал плейс, ребята, про то, как он всех сломает. И этот плейс – история. Мы сейчас узнаем некую историю, которую он разыграет в этом видео. Ну что ж, ребят, тут есть сани, куда мы сейчас запрыгиваем и отправляемся в свое путешествие вместе с Санта-Клаусом. Вау, ребят, это же я! Обалдеть, я и какая-то еще девочка, видите? Ксения, по-моему, ее зовут Ксения. Ну что ж, ребята, мы зашли на какую-то карту. Тут домики. О, привет, Соня 3. У тебя есть 30 секунд, чтобы исследовать эту местность. Привет. Ночь в хату, господа. Да, ребят, это любимое выражение Sony 3. Я рад, что с ней все в порядке, что ее никто не взламывает, и она никого не взламывает. Так, это у нас Билдермен. Что он тут делает? Roblox is a great game. Roblox — это крутая, великая игра. Да, согласен, классная. Так, это еще у нас кто здесь? Hackers need to shower too. Что? Хакер нуждается в душ? Что ли? Душ ему нужен? Меня никто не звал, но я отдал аккаунт своему лучшему другу Иконасу и снял с ним постановы. Это был Влюкс, ребята. Вы помните, у Влюкса взламывали аккаунт. Вот хакер его рассекретил. На самом-то деле никто его не взламывал. Это все придумал Иконас и Влюкс. По версии хакера, который создал эту игру, эту историю. Ну что ж, ребята, давайте посмотрим, что дальше будет происходить в этой игре. Так, мне, собственно, Дед Мороз, это оказывается мой учитель, сказал, чтобы я занял место в классе, и, видимо, за партой у нас сейчас будет урок. Кстати, со мной мой подписчик, мы вместе будем сейчас слушать урок Санта-Клауса. Интересно, что он будет преподавать? Тык-тык-тык. Ну что, давай, начинай, Санта, мы готовы. Ой. Что случилось со светом? Ну, как обычно. Ну, да ладно, не пугай нас, давай. Дайте мне, я проверю. Сказал Санта. И, видимо, отправился проверять пробки. Так, что-то тут темноватенько. Ой-ой. Парень, убегай! Там, кажется, какая-то нечисть. Ё-моё, он бежит за нами. Монстр! Это монстр с кемпинга! Как он сюда попал? Вот это да, вот эта история. Мне уже не нравится. Так, он дамажит моего подписчика. Тут убегает. Я взял, не знаю, санки зачем-то, буду отбиваться. Все, мне страшно, я убежал. Что? Что это было? Я не знаю. Сам в шоке. Это был монстр? Спрашиваю я. Ну, странный вопрос. Конечно, монстр. Еще как. О, ребята, нам нужен отдых. Я считаю, что, в принципе, это оказывается не настоящий монстр, а просто мне померещилось. Но судя по тому, что снималось ХП с моего приятеля, скорее всего, это он мне не примещился. Давай отправим наших лошадей, типа, и в кроватку. Ну, давайте, ладно, спим. Поспим немножко, да? Хотя, что спать, ребят, еще время есть, давайте посмотрим, что вокруг происходит. Так вся жизнь пройдет. Ну, тут одинаковые, я смотрю, в принципе, домики. Давайте отправимся на другую сторону. Там я вижу вон еще какие-то люди. Ну, со Влюксом мне понравилось. Меня никто не взламывал, это постанова с Иконасом. Мы все придумали. Так, ну хорошо. Смотрим, кто это здесь у нас. Ой, Ленчик. I love you. I love you. Ой, боже, у них там с Ксенией какая-то любовь. Любовь-морковь. Ладно, все, дальше я бежать не буду, буду спать. То время уже как бы закончится. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что, ребята, ночь в хату, господа, как говорит Соня 3. Доброе утро! Видимо, я выспался, хотя сверчки еще за окном. Странно. Вроде утро, но такое впечатление, что еще ночь. О, все, пропали сверчки. Help! Help! Что за крики? Что? Что это? Санта? Это какая-то шутка?
Ничего себе, смотрите, что произошло. Боже, что это такое? Это не шутка! Мы должны найти ключ и убрать его оттуда. Боже, он весь истекает кровью. Какой злодей мог такое совершить с Сантой? Ой, боже, я даже не могу смотреть туда, смотреть, какой ужас творится. Все, ладно, я бегу спасать Санту. Куда-то Соня пропала, три. Боже мой, какой кошмар. Капает кровь, прям... Ой, боже, я даже не хочу думать об этом. А это что? Смотрите, появился вот так вот Роблокс. Парень разбитый, и там куча просто, видите, ников в Роблоксе ютуберов. Ужас. Вот сейчас мне немножко не по себе. Это реально страшно, что происходит наверху. Я должен разобраться, что к чему. Я должен спасти как-то Санту. Не знаю, вызвать скорую, надо что-то делать. Так, тут закрыто. Мне нужен какой-то ключ. Ключ, как он выглядит? У тебя есть ключ? Нету? Может, на елке? Хм. О, похоже, это ключ. Все, я подобрал ключ. Отлично! Мы нашли ключ. Говорю я куда-то, кому-то. Хотя я тут один. Ну да ладно. Ужас. Ужас. Бедный Санта. Куда-то пропал мой подписчик. Надеюсь, его не убил никто ночью. Так, музычка заиграла. И сейчас я попал в столовую. А, нормально. Столовая. Я голоден. Да ничего, что там Санта-Клаус истекает просто кровью. Я покушаю, пойду пока что. Действительно. Повар очень надеется, что ему подарит подарок Санта-Клаус, но, судя по всему, он уже никому ничего не подарит, потому что наш Санта-Клаус где-то на верхнем этаже, весь в крови, залит кровью, и я думаю, что он просто не выживет. Ой, у меня же надо какую-то еду взять, быстро, 8 секунд, быстрее, что-нибудь кушать, 5 секунд, быстрее, съесть нужно успеть, время заканчивается. Все, вроде я успел скушать, слава богу. Отлично. Я утолил свою... О, опять свет выключил. Да что ж такое, опять меня пугать будут. Ой, кто-то там появляется. Ой, смотрите, ребята. Это доктор Луи или как там его? И еще какие-то сатанисты. Все в крови, все красное. Боже, что происходит? Вот он. Вон он, смотрите, создатель этого плейса. Ребята, он там. Хейл Сатана Джо, что ты хочешь от меня? Что это было вообще? Я не знаю, что это было, но я хочу домой. Так, нужно выбираться. Все заколочено, боже, все закрыто, я не могу выйти. Ты не хочешь домой, иди ко мне. Говорит мне Хейл. Ладно, похоже, у меня выбора нету. Я иду к нему. Тут какие-то монстры. Какие не страшные. Вот он на троне сидит, такой величественный. Хочешь шарик? Говорит страшный клоун. Нет, не хочу, я вообще не хочу. Я хочу домой, хочу убраться отсюда. А здесь что происходит? О, пиги. Эта история началась летом и продолжалась до 13 ноября. Это все было создано, чтобы защитить твой аккаунт. Ты можешь потерять свой аккаунт, просто нажав на какую-то ссылку. Ввести пароль, скачать вирус, и скоро... Ох, 2020 год был непростым. Многие люди потеряли свои аккаунты. Очень мистические и незабываемые приключения. Хорошо, но мы не знаем, кто был хакером. Я знаю, кто это. Кто? Хакер это... Отключи кнопку Рима. Сделать невидимым.
О боже, он вводит команды и все куда-то исчезли. Как это может быть? Что происходит? Куда они все подевались? Что делать дальше? Так, меня выкинуло. Я непонятно где сейчас. Внимание! Чтобы вернуться домой, ты должен пройти этот паркур. Вот, ну хорошо. Побежал. О боже, я упал. Я не смог пройти паркур, я не смогу вернуться домой. Так, конечно, конечно, давайте продолжать, продолжать. Сколько? 666 робоксов? Да никогда. Лучше я вернусь в лобби и попробую пройти еще разочек эту историю. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что, ребята, я переиграл заново и вот вернулся на тот же паркур, чтобы его сейчас пройти. Так, ну что ж, попробую сейчас сразу не упасть и все-таки перепрыгнуть. Так, пошло время. Ой-ой-ой-ой, еще время идет. 110 секунд. Вы знаете, что я не люблю паркурчики. Так, аккуратненько постараюсь не упасть, не зафейлить. Все, аккуратно проходим. Побежали наверх. Быстрее, 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 быстрее. Так. Вот так, тут в обход. Слушайте, а зачем я буду столько бежать, если можно здесь упасть вниз? Сюда ж можно упасть вниз? Мне кажется, это будет быстрее. Да, смотрите. Хе-хе-хе, я обманул. Так, отлично, поднимаемся наверх, и все, все нормально. Так, ну что ж, паркурчик легенький, так, тут чуть-чуть проходим, тут чужой... Ну, короче, ребят, я опять упал, не смог пройти, так что, если вы хотите узнать, что было дальше, пройдите этот плейс. Спасибо, что смотрели, до новой встречи на моих каналах, всем пока.